брат. Дядька, по-моему, что-то я Были with you during the war, and we will stay with you after the war. Особенно в эти тяжелые дни мы были с вами до войны, остаемся во время войны и будем после. У нас большой список закупок, которые мы уже отправляли на Одессу последние 4 месяца. Но теперь мы здесь для того, чтобы еще больше расширить нашу помощь, возможно, получить от вас дополнительные запросы на гуманитарную помощь, которая необходима, помощь детям, чтобы дети возвращались в школу на момент учебного процесса, помощь больницам. Сегодня действительно сотни тысяч миллионов семей украинцев нуждаются в помощи. Они попали действительно не просто в сложную ситуацию, а в ситуацию, ну, наверное, катастрофическую ситуацию. Потеряв все абсолютно, я оставшись один на один в жизни со своей проблемой. Хочу поблагодарить за ту помощь, которая выделяется сегодня по линии МСФ в Украине и в Одессе, в частности.